За городскими фасадами кроется секретное агентство профессиональных охотников за привидениями, борцов со злыми силами. Я спускаюсь. Некоторые из этих привидений по-настоящему ужасны, а некоторые не особо. Понимаю, что это избитая фраза, но... Бу! Видимо, это AIG. AI что? Зловещий древний дух льда. Зацени, что я придумал! Будем считать, что я напуган. Вы что тут делаете? Мы подумали, вдруг тебе нужна помощь. Всем приготовиться ко взлету! Заброшенный замок не место для 11-летнего мальчишки. Вау, это и есть агентство? Суперсекретное, мой Хогвартс. Похоже, у тебя новый напарник. Что за дурдом? Он находится где-то в городе в ничем не примечательном доме. Он гигантский. И злой. И гигантский. Он все замораживает. Нам есть чем заняться. Можно с вами? Ну, пожалуйста. Ни за что, пухляш. По мотивам книги культовой детской писательницы Корнелии Функи. Ты лучший друг, который у меня был. Неужели я тебе безразличен? Тебе 11, и ты не в моем вкусе. Только ничего там не трогай. Все будет пучком, дорогуша. Все под контролем, я в порядке. Анки Энгельхи, Мила Паркер, Кристиан Трамец, Каролина Херфурт, Кристиан Ульмен и Бастиан Пастевка в роли Хьюга. Мы команда. Один за всех. И все... Ну, вы поняли. Тебе было когда-нибудь страшно? Нет. Огонь! Пухляш в игре, сосулька! Зачем ты выключаешь? Обожаю ужастики. Ловушка для привидения. Кино с 15 октября.